Оценку 4 поставили журналисты Владимирским дорогам. На отечественных автомобилях наши московские коллеги решили проехать по регионам страны, чтобы оценить качество российских дорог. Маршрут для проверки выбрали от Москвы до Омска. Результаты оказались приятными для владимирцев. Из 13 городов самыми лучшими признали дороги Тюмени, на втором месте Казань, а у Владимира почетная бронза. Кстати, с проверкой проехались и по новой Лыбинской магистрали. Ее оценили на отлично, а вот дороги Почаевского проезда комиссии не понравились. Самоуспокаиваться нам рановато, потому что еще достаточно много дорог, которые нужно привести в нормативное состояние. И очень хорошо, что в этом году нам, конечно же, выделено большое количество денег из федерального бюджета. Нам очень сильно помогает наш губернатор Светлана Юрьевна. На этот год администрации города тоже большие планы. В ближайшее время планируют сделать 88 дворовых территорий, отремонтировать более 400 квадратных метров дорожного полотна. Кстати, в этом году асфальт укладывают более качественный и долговечный. Соответственно, и стоит он дороже. Также сейчас причищают ливневые канализации. Большое внимание в этом году уделят и безопасности пешеходов на дорогах. Мы сейчас делаем ограждение, также на это выделяется финансирование. Делаем зебры, препятствия делаем для прохождения детишек в школы. Это все мы планируем закончить к 1 сентября.